своей компании «Электромотор» хотим представить вашему вниманию аккумуляторные опрыскиватели от торговой марки Iron Angel. И здесь у нас представлена моделька SPR-16A. Компания «Электромотор». Он у нас выполнен в пластиковом корпусе на 16 литров объем. Здесь у нас на боковой части имеется мерная емкость, шкала. По самой конструкции и по комплектации. Давайте посмотрим. Сверху у нас удобная рукоятка. По весу в пустом состоянии он у нас где-то около 5-9 килограмм. Есть два отверстия. Первое отверстие – это туда, где мы заливаем горловину. Открывается крышкой. Здесь у нас есть сетчатый фильтр, через который вы заливаете жидкость, которую распыляете. Также дополнительно туда вовнутрь устанавливается еще один сетчатый фильтр. Устанавливается он вовнутрь специальное такое отверстие, то есть двойной фильтр. Здесь сверху у нас имеется второе отверстие, второй кейс. Это для хранения, то есть все вот эти детали мы можем складывать для того, чтобы он сохранялся здесь постоянно. По комплектности этот опрыскиватель имеет очень много всяческих насадок. Здесь как минимум 5 насадок. Одна насадка тройная, как мы видим. Затем есть вот такое вот распыление с четырьмя отверстиями. Классическая стандартная насадочка одинарная. Двойная. И вот такой вот гусачок. То есть, как мы видим, 5 насадок. Все мы можем здесь очень хорошо хранить. Также он идет аккумуляторный, поэтому в комплект поставки идет зарядное устройство. Подключается зарядное устройство на боковой части корпуса. Здесь у нас специальное есть отверстие, куда мы подключаем заряд. Здесь у нас идет кнопка включения и отключения двигателя. Здесь у нас мы можем регулировать обороты двигателя. Шланг, через который подается жидкость, которую вы распыляете. Здесь специально вот такое вот резьбовое соединение, штуцер, для того, чтобы прикрутить телескопическую трубку. Телескоп у нас идет вот в таком вот состоянии. Он может складываться, если вам не нужно фиксироваться. И точно так же раскладывается. И фиксируется. Здесь вот мы одеваем. То есть, как бы, грубо говоря, извините, не на ту сторону. Вот, резьбовая. То есть здесь идет внутренняя, наружная резьба. То есть здесь мы идем соединение. Также еще нужно подключить для начала, извините, рукоятку. Вот рукоятка, которой мы идет распыление. Вот так вот. Сначала одеваем рукоятку. Все соединения резьбовые, очень просто и легко использовать. Рукоятка, то есть вы запускаете в работу, включили здесь двигатель и распыляете. То есть как бы работать очень просто. Ну и потом, как бы, соответственно, вот так вот здесь одеваете шланг, накручиваете. То есть очень легко и просто. Также здесь потом одеваете насадки через прокладочки. Что еще немаловажное, давайте отметим ваше внимание, это задняя часть корпуса. Она у нас, так скажем, одна из важных элементов, потому что вы носите его на спине, на плечах. Здесь специально вот такая установленная прослоечка массажная. То есть вам не будет душить спину, и вы не будете чувствовать усталость такую сильную. Шлейки мягкие, плотные, толстые, не будут врезаться вам в плечи для переноса. Вот. И они также регулируются по длине, как вам удобно. Гарантия на данный опрыскиватель составляет 1 год. Здесь у нас установлен аккумулятор. Аккумулятор у нас классический, то есть в случае потребности его можно заменить. Здесь мы можем посмотреть, он идет 12-вольтовый, 8 ампер-часов. Устанавливается специальное отверстие и затем закрывается такой вот крышкой. Для того, чтобы заказать данную модельку, обращайтесь в нашу компанию по телефончику 044-5-0038. Также не забывайте торговаться, по цене всегда сможем перебить конкурентов.